Сегодня у нас 21 сентября 2017 года. Вот брат наш Никита на кухне. Как иначе наш говорит, чебарничает. Вот. Тут мы решили сегодня испечь картошку в печке. Вот не знаю, получится, нет. Открой, брат, пожалуйста, я покажу. Красавица. Это мой сегодня у нас день рождения батюшки Акима. Она почернела с одной стороны, можешь перевернуть ее? Не-не-не, пускай лежит. Вот, готовим ему подарочек в виде печеной картошки. Вот рыженька наша сидит. Вот Игнатьевич пришел к нам погреться. Там у дома-то не топится, а у нас-то каждый день топится то, что мы готовим. Вот решил с Пале поиграть. А Пале что, только лишь бы поиграться. Поела, полежала, поспала и опять игры. И так каждый день. Это для нее забава. А потом будет мышек ловить. Интересно, кошка никак не реагирует. Вот. Рыжая, иди-ка сюда. Рыжая. Рыжка, рыжая, иди. Где тебя зовут? Рыжая, иди сюда. Вот смотри. Ну-ка, держи. Ну-ка, рыжая. Никак не реагирует. Она знает, что это не мышка. А это еще не знает. Ей лишь бы двигаться. О! Как она бегает. Какая-то коротенькая такая. Она бегает, как рысь. О! Поля она сидела. Испугалась-то, как она сиганула. А, нет. А какой звук. Паля, забыла игрушку, как она побежала-то. Паля, иди скорее. Вот. Паля, иди скорее. Ну-ка. Какая напуганная. Ну-ка, оказалась. Иди. Ну-ка. О, ты стол-то так не двигай, она же боится. Я не ожидал просто, да. Что так. А это даже не смотрит. А что это за пачка такая большая лежит? А табачка вчера дал журнал «Душа», передали от епископа. Олега Решкова? Ну, митрополит Сергий. Митрополита, под... да? Да, подарок. Да, подарок. Тут некуда раздавать-то. Мы увезем, везти назад надо, в Барнаул. Так. Кто? Учись мышей ловить. Кто? Я взял эту тряпочку, Сергей тут уронул Игнатов, я проколол ниточкой и натер ее гальяном головой. Она нюхает, жевать нельзя и гоняется за ней. Вы сейчас пораньше пойдите, надо вместе проехать, там проверить капканы. А там проверили, нет? Нет еще. Надо проверить. Там и... Ну и тут это уже мне придется проверять. Не забывайте, что там ловились каждый день. Я не пошел ставить, и по сегодняшний день никого не поймали. Какая-то причина, или не так поставили, или еще... Ну, надо вам посмотреть. Да что смотреть-то, вы же взрослые мужики. Ну, я поставил, как было, может, что-то не до так. До этого каждый день ловили, по одной андатере. Значит, исчезли, может, уже. Ну, я что смотрю, я вам показал бы, делайте. Тут я поставил, тоже поймал. О, заболелось. Претензий-то на больше. Вот она. Рыжая, ну-ка на, держи. Смотри, даже глядит и никак. Вот она. Белая прыгала всегда. Белая большая была, все равно играла. А это нет. Один раз ногой задела и все. О, расшевелила ее. Палю-то сбила. Палю, иди, комочек. Сейчас я ее еще раз. А. Вон она куда полезла. Оп, стянула эту подкладку. Сергей
Сергеевич, он мне оставил, что ли? Ну, забыл, видимо. Забыл, наверное. Он себе сидел. Теперь мне сидеть на ней придется. Подожди-ка, а что тут такое? Он под меня подстилал. Он, видишь, он любитель шить, и она мягкая. Ну, значит, он мне ее подарил. Ну, так. Не забыть надо взять, чтобы сидеть на ней. Типа резина какой-то. Ну, ладно, кошки. О, взялась играть. Смотри, что делаю. Ну, мамка, пошло дело. Ну, что? Пошла, не столько. Стоп. А все-таки, что шевелиться, для нее это тоже соблазн большой. Ну, ребята, все, хватит на сегодня. Пойду на кухню греться. На улице воздух промозглый. А что тут мешок делает? Лежит. Ну, я вижу, что он не бегает. А что он тут лежит-то? Да убери его, если все. Картошку тут чистили. Коты на нем сидят. Бросили. Ну, мужики. А что тут, не горит еще? А тут ничего нету. А надо закрывать, действительно. А угара-то не будет? А? Угара не будет? Ну, так, если там дрова будет, не прогорела, конечно, будет. А с углями не будет, да? А? А если просто угли не будет? Ну, с углей не будет, еще не будет, тепло будет держать. Здесь обычно надо делать так, одна задвижка, вот так вот, и вторая над ней, чтобы две плотно держали. Две. Я не делал так, но на всех схемах так рисуют. Главное не выпустить, а у нас вообще не закрывается. Дело в том, что у нас там картошка сидит, печется. Ну, пускай. Да. Чтоб дым-то не шел. Чуть-чуть оставить маленько. Угу. Ну-ну. На столе-то у вас что тут? Бобы. Бобы, да. Да, говорит, остался на бобах, поговорка говорит. Еще нету, обманутый. Вот этот Александр Калинин. Ты его слышал, знаешь? Да. Он мне с первого дня стал рассказывать о его как воскресенье. Я прочитал, посмотрел, говорю, обольщение сплошное, стопроцентное. И он уже привык к этому, к ему идут люди, сотни тысяч, а тебе-то какая польза? Во-первых, это обман, а во-вторых, я ему сказал, ты никогда никому не говори, что тебя обольстил сатана. Он не понимает, сейчас впал в большую еще беду. Какая-то организация, и он ее лидер, христианское государство - Святая Русь. Во-первых, христианское государство быть не может, а во-вторых, Святой Руси не было и не будет. Это все обман, то есть, как Божья воля у Царионова, назвался НТО. И его арестовали сейчас. Они там за эту Матильду, где показано, что царь там с артисткой, там то другое, они защищают. Давай поджигать машину в Москве. Рехнулся совершенно. Его арестовали, и показано, Кальмаев мне скинул, как его арестовали там. И прямо это. И там, видимо, наружное наблюдение, как к машинам подходят, поджигают. Три, что ли, машины подожгли. А какие? Короче, какие копапы? То есть совершенно по тому же методу, который делал Царионов. Одинаково. Это накроет, нигде его не будет. Все. Сдохла собака, говорится. Как-то что-то мы с ним говорили, все нормально, выставил ролики, он давай хлопотать, что меня закрыть даже, все, отдай ролики. Я понял, да ты что за подлость такая? Разговаривали обыкновенно, а вот на него там какие-то ссылки, его там товарищи говорят, то есть тщеславие бурлящее. Вот чтобы его видно было, водили, я православный. Ничего нет православного, ни креста, ни пояса, ни постов нету. А тут борода такая окладистая, все. То есть им нужен какой-то оживляш все время. Работать я его не видел нигде.
Вот нашего батюшку увидели, овечек пасет. О, настоящий пастырь, овечек пасет. Ну, поза заставляет, есть-то надо. Батюшка с тарелкой не ходит. Если священники где-то работают, бывает, то где-то они там раствор мешают, храм строят. А чтобы я увидел священника, сидел на крыше, крыл, или как батюшка с мастерком, не знаю, ну, редкость может быть, но не... Ну и куда он полезет другой с такой утробой-то? Или как епископ Евтихий, да? Да, вот епископ Евтихий тот работает, он сам поднимает жесть, он другой. Как епископ Евтихий, таких епископов нету, думаю. Нет. Меня один спрашивал, говорит, вот архиерей едет, когда ой-ой-ой, с собой свиту берет, а столько людей. Всех кормить, поить надо, и потом на дорогу дать, а потом деньги дать. Но если такой, который поборами не занимается, то вот это... Я говорю, есть, а кто? Курочкин, епископ Евтихий. У него даже носков не было. Никита. Никогда не просит. Ясное дело. Заряд. С тарелкой не ходит. Батюшка все равно там варенье, меду, там еще отвезет и деньги давал. Что? Десятины где нету, там обязательно будет торговля, поношение и все прочее. Это вот сегодняшнее утро. Сегодня столько отзывов. И отзывы хорошие, хорошие. А одна пишет, ну а когда этот старый хрыщ-то сдохнет на меня? Старый хрыщ, слышь, мне так смешно. Я опубликовал все это в утренние сегодня события дня. А это там еще как-то меня она понужнула, Светлана там Ивановна или кто, посвятилась-то. Вот это, давайте, встречалась-то? Нет. Работала со мной? Нет. Слышала проповеди? Нет. А этот тогда вспоминаю, Дворкин-то и это, священник там, уж называть их неохота, выступает Анна Владимировна, и вот есть такой, рождественские чтения, международные, рождественские. 15 было у них тем, но две, одна масленнику, Сергея Михайловича посвященная, а другая Лапкина Игнатия Тихоновича. И вот есть такой человек, мне неудобно называть его проповедником, как он называет, неудобно называть проповедником. То есть она знает проповедников настоящих, а это подумаешь, 55 лет проповедует. Когда посещаемость все, только нашего канала, просмотров, 7 миллионов, еще-то не знаю, 500 что ли тысяч. 7700 там этих подписчиков, но не в тысячах делают, а дело проповедь в обращенных душах, о моем пути. А ей неудобно, я тогда это сказала, ляпнула, ну неудобно, ну еще я могу сделать. Не пролез, значит, неудобно. Ну неудобно, ну не называй. Ты мне не встретилась там, где были люди. Ты, может быть, переменила бы мнение это. Значит, кем она? Печником меня не признает. Начальником детского лагеря, тоже какой лагерь расформировать. О, крутая баба. Анна Владимировна, фамилии не знаю ее. Я бы ей послал поздравительную. С днем рождения моим. Поздравил бы, что мы встретились. И сказал бы, вы обязательно приезжайте, как Сергей Игнатов. И он мнение свое изменил по Теляевке? Нет, он уже выступает. Выступает, вчера выступил, где-то там, видимо, открыл свой. И что он видел, что слышал, как приехал, какие ошибки были. Ну, представь себе, руководитель, или как называют, председатель миссионерского отдела Томской епархии Максим Степаненко. Это не игрушка, это не Анна Владимировна. И вдруг он приезжает по Теряевку и спрашивает крещение, полное погружение, уезжает. Так, это как же надо, зазомбировал, какого человека, сколько лет, он уже 15 лет. А он выступает и говорит, после встречи с Игнатием Тихоновичем я многое пересмотрел. У меня отношения в семье наладились, и с женой по-другому-то. Я увидел настоящий мужик с большой буквы на меня, руки приделаны где надо, по циркулю. А я... И к себе все применяет-то. Не подкаблучник. Вот это главное качество. А он с этим борется, с подкаблучником. Ну вот, пожалуйста, был человек. Его мнение.
А ты приезжай, Анна Владимировна, ты услышишь меня. Крутите Соколодворкина, тотала хиппи. Человека, который никогда не работал, нигде, кроме наркомании. В Америке, в Израиле научили, толкнули, разложить, натравить друг на друга. Ничего он не знает. Я сегодня подготавливал материал о войне из своего сайта. И там 9-я папка о войне. Ну, уже в давности. Ой-ой-ой. Материалы. Я их выставляю по одному вопросу, события дня. Ой-ой-ой. Там материалы, моя статья из газеты, «Алтай запрограммирован на войну». Все данные. А передо мной идет там Россия, Советская Россия, кажется, Ивашов. Я не знаю, Ивашов, генерал-полковник выступает. Против, сколько он говорит, 18 дивизий там в Японии, у русских ни одной. Напротив 101 китайская развернута, одна российская. И заржавелая, говорит, там ракеты сколько я перечислил. Воевать-то нечем. Если Китай пойдет, то у них под ружьем сегодня только официально, кажется, 20 миллионов. Почему? Больше рождается мужчин, чем женщин. И решить этот вопрос, проблему он там говорит, только война. Тут он невест захватит и все. А тут не хватает мужиков. 10 миллионов или сколько женщин, которые вообще никогда не выйдут замуж. Мужиков спились, переколотили. Миша Корикосов в больнице лежит. Все, Татьяна позвонила. У меня сегодня утром, ну я до 4:40, первый звонок Никитин. Спаси Христос, брат. Мне это очень приятно. Вот Анна Владимировна встретится, послушает. А интересно, какие она ставит критерии быть настоящим проповедником, чтобы ей не было неудобства-то называть проповедником. Которые стоят, попы глаза позакатит под потолок и не знает, что сказать. Которые ни одного места Писания не приводят, не ссылаются на Библию, не любят. Торгаши, где она питается? Кем она работает? Ничего не известно. Что я за это выступление? Почему я ей доверю на международных рождественских чтениях считать про меня? Я удостоился этого. Вот вот сегодняшнее, это утро, 21-е, рождение Богородицы. Посмотрел бы, ребят, что тут, смотри, живут как. О, и бобы, как Китай пишет, были у зажиточного китайца. У него, говорит, 4 мешка бобов около дверей стоит. Это очень важный продукт, бобы. Вот так надо, мы их вручную, а потом размочить и бобовый суп. Тут наши сибирские ранетки, посмотри какие. Вот они, видно, с пальцем рядом. А вот на нашем огороде арбузы. Покажи, какие арбузы. Вот я в кулак захватила арбуз. Это маленько он попачкался. И вот тут у нас с нашего огорода. Тут ведра красивые. Помидоры и огурчик завалялся, два. И огурцев у нас целое ведро стоит. Ну, что тут мне сделать? И помидорчики есть. А это что у вас за штука? Это молоко для кошек. Молоко. Вот я пришел проверить. Убрать, накормят чем-то? Накормят. Так мне бы горяченько выпить. Дадите чуть-чуть на горлышко. Налей что-нибудь из этой. Мы не причащаемся сегодня. Благословен Господь. Все. Слава Христу. Уходим.